25 сентября состоялось совместное заседание районной комиссии по профилактике правонарушений и экстремизма и муниципальной антитеррористической комиссии. На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе и организационные. В рамках вопроса о проблемах предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и путях их решения информацию представил начальник отдела ГИБДД Дмитрий Сторожук. Решением комиссии рекомендовано всем заинтересованным сторонам провести анализ взаимодействия в рамках работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники заседания обсудили также необходимость ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия, опыт работы субъектов системы профилактики. Решением комиссии секретарю комиссии по делам несовершеннолетних совместно с отделом опеки и попечительства рекомендовано продолжить проведение рейдовых мероприятий на предмет осуществления контроля за организацией досуга несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, включив в группы представителей муниципальных образований района. Администрации района рекомендовано продолжить координацию работы структур и органов, осуществляющих деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и выявлению семейного неблагополучия. Также на совещании было уделено внимание состоянию профилактической работы с гражданами, состоящими на учете в межмуниципальном отделе МВД России «Курагинский» и гражданами, освободившимися из мест лишения свободы.